наслаждайтесь этим великолепным мероприятием. Вечер пати объявляется открытым. Ура! Не уходите, фотографии еще не доделаны.
Уважаемые гости, а вам я напоминаю, что из развлечений у нас не только еда, между прочим. У нас есть с вами фритбудка, да, у нас есть бар, вы можете там набирать безграничное количество напитков, так сказать. Также у нас есть тир, в котором вы можете стрельнуть и испытать свою интуицию. А еще я вижу, что у нас здесь некоторые не проголосовали, за кого они, за мальчика или же за девушку. Поэтому подходите к нашему Мишке-путешественнику и голосуйте, за кого вы, за мальчика или за девушку. Ну а в конце мы, конечно же, обязательно узнаем, кто же набрал больше голосов, мальчик или девочка. Thank you.
айтишная вообще, просто невероятная. И я встречаю гостей, сейчас буду со всеми фотографироваться, вот, и хочу что-нибудь есть. Да, наши маленькие друзья, взрослые уже вовсю кушают, они уже перекусили, а у вас есть сейчас шикарная возможность сесть за стол и насладиться самыми вкусными блюдами. Приятного вам еще раз аппетита! Я сильно вам мешаю. Придумывайте и голосуйте. А также для
Друзья, гости, я еще раз вам напомню о том, что вы можете проголосовать за мальчика или за девочку. Еще у вас есть уникальная возможность предложить имя. Какое бы вы хотели имя для будущего ребенка. Поэтому подходите, голосуйте, пишите, наслаждайтесь. Играли вместе, что забыли, что ли? Да. Так, ты будешь кушать? А? Да? Давай. Что будешь кушать? Что можно? Сейчас ты подарок берем. Thank you.
спасибо. Итак, друзья, я думаю, уже прошло достаточно времени для того, чтобы вы перекусили, сделали фотографии и так далее. И поэтому мы сейчас можем перейти к некоему интерактиву. Мы будем вам задавать вопросы, а вы нам будете на них отвечать. Вопросы достаточно простые, ничего сложного нету, поэтому можете не бояться и отвечать смело. Итак, друзья, я буду подходить к каждому из вас, какому-нибудь одному человеку, буду задавать вам вопрос. И вы будете слушать ответ. Договорились? Договорились. Да, давайте начнем. Видите ли, наши Люша и Игорь на эти вопросы, друзья. Итак, давайте так. Нам нужен сейчас будет один человек, кто готов ответить на самый первый вопрос. Здравствуйте, извините, что мы вас отвлекаем. Вы заняты, я правильно понимаю? Нет, не заняты. Великолепно. Тогда у меня есть для вас один вопрос. Как вы думаете? Где познакомились Юша и Игорь? Пожалуйста. Так, ну, какие есть, может быть, предположения, может быть, я, кстати, прям четко подошел. Казани и ваш вариант? Также, так, хорошо, вы можете быть сегодня в моем месте. Это было в Казани. Так, хорошо. У нас ответили три человека, что это было в Казани. Пожалуйста, можете озвучить нам правильный ответ, где познакомились Нюша и Игорь. Знаешь, Мими, я думаю, что нужно громко поаплодировать нашим гостям, потому что они совершенно правы. Именно в Казани на концерте Нюши познакомились наши Игорь и Нюша. А вы давайте громко поаплодируем за правильный ответ. Я тут вижу очень интересных молодых друзей, и мне бы тоже хотелось спросить у вас один интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, где было сделано приглашение Нюши от Игоря? Так, как вы думаете? Подождите, хорошо. Тогда есть дополнение. А когда? Спустя... Давайте так, чтобы было легче, потому что можно назвать абсолютно другие цифры. А какое время после этого было? Давайте так. Пространство должно так, наше не попало. Да, именно. Нет, это понятно. Это бесподобно. Вообще, в целом, какое время было в России? Давайте так. Зимой. В Африку. Либо давайте, определимся. Зима, либо весна. Раз, два, три. Зима. Зима. Итак, друзья, это как кто хочет стать миллионером. Я вам хочу сказать,
что вы абсолютно правы. Правы! Браво! Хорошие друзья! Здесь хорошие родители, здесь хорошие друзья. Мы сейчас, мы хотели бы сказать огромное спасибо за то, что поучаствовали. Мы двигаемся дальше и проверим, кто у нас еще есть из хороших друзей. Итак. А, мы давай посмотрим. Смотри, здесь у нас столько замечательных, красивых девушек. Я думаю, что они точно должны знать ответы на все наши вопросы. Можно я задам следующий вопрос? Давай. Можно пройти? Итак, вы музыку слушаете, правильно? Есть у вас какие-то любимые песни, да? Есть? Есть. Ага, давайте на счет три тогда. Раз, два, три. Все, все, отлично. Спасибо большое. Это вопрос сейчас снимет. Как вы думаете, какая любимая песня у вас? Ипа, какая любимая песня? Вот всегда при вечерами вместе включают песню, слушают и подпевают. Уже прям какая-то сказочка. Просто какую-то они определенную песню определили. Она может знать так хорошо. Помощь друга, пожалуйста. Да не обниматься. Не обниматься сейчас надо. Верану мы зовем. Верану, найди себя. Здесь, мы здесь. Спасибо большое. Девочки. Да, здравствуйте. Верана, извините, пожалуйста. Извините, что мы вас отвлекли. У нас такой вопрос. Подруги вас позвали сказать, что вы точно знаете ответ на этот вопрос. Как вы думаете, какая любимая песня у Льва? У Души и у Игоря? Подсказка будет такая, я назову первую букву. Я. Нет. Я. Вспоминаю песни, где есть буква Я. Где начинает. Это название песни. Нет, нет, нет. Артист, нет, нет. Нет, нет, там дальше слова есть. Я. Русская. Это русская песня. Нет, неправильно. Нет. Название этой песни я... Три слова. Три слова. Прижаться по всему залу и сделать вместе с ними и с гостями как можно больше селфи. Но хочется напомнить, что у вас есть всего минута. Всего минута. Смотрите, прям полезный конкурс, я хочу вам сказать. Как ты его себе сделаете? И так далее. Поэтому, смотрите, мы засекаем сейчас ровно минуту. Абсолютно, нас никто не слушает, смотрите, никто не слушает. Поэтому для них это будет приятный сюрприз. Неожиданности. Неожиданностью. Итак. Вы готовы? Итак, один, два, три. Время пошло, друзья. Время пошло. Ровно одна минута. Максимально ровно сделки. Обязательно, чтобы... Атрибут был у вас в руке, чтобы он был виден в камере. Конечно! Можно напечататься за всеми, чтобы все их показали, остались наши, потом на память. А у меня не остается меньше, скорее побежали. Итак, друзья, давайте. Есть. Неожиданное селфи. Великолепно. Слушай, мне кажется, мы взяли для самых хороших участников. Самых ответственных. Итак, остается буквально 20 секунд, друзья. 20. 19. Ну что, дорогие друзья, вы можете посчитать вместе с нами. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Собирайтесь, вы устали. Так, хорошо, смотрите. Егор, подойдите, пожалуйста, сюда. Сейчас все просто. Вы не забираете, нет, значит. У друг друга считайте, сколько фотографий сделали. Сделали. А двигаемся телефонами? Да. Открываем полностью галерею, давайте свернем. Да не обязательно, и все. Считаем. Считайте, прям считайте, считайте, считайте. Ага. Только чисто а считаем. А, я не понимала, ага, с такими две фотографии делала. Нет, ты посмотри, а Егор, он пролистывает повторяющиеся фотографии. Ань, смотри, Егор пролистывает повторяющиеся фотографии, да. Я думаю, что тебе нужно сделать так же. О, как думаешь, кто все-таки победит? Аня думает, что родится мальчик, а Егор думает, что родится девочка. Девять. Да. Ну все, я думаю, бесполезно считать. Тебя... Аня, мне кажется, вообще все рассказала. Идем все сюда, давайте быстро. Итак, друзья, громкие аплодисменты Ане, давайте попробуем. Она сделала более... Сколько? 17 селфи, если она к вам побежала. И подойдет хорошее настроение. Это круто. Итак, Аня голосует за кого? За мальчика. За мальчика, а его... За девушку. Вот мы и посмотрим, кто все-таки будет. А вам говорит огромное спасибо. Спасибо вам огромное. И я думаю, что они заслужили еще раз очень громко. Есть! Отлично! Друзья, спасибо! Здорово! Классно! Итак, друзья, на этом наши сюрпризы, конечно же, не заканчиваются, а наоборот. Я хочу вам сказать, что они только начинаются. Итак, у вас уже сейчас готовится диапазон какой-то шоу. Всеми знакомые, если вы посмотрите с вами на реквизит, на атрибуты, каждый вам скажет, что это за шоу. Вера, пожалуйста, что за шоу сейчас будет происходить? Давай. Вера, как думаете? Мне шоу, ну все правильно, и все знают. Итак, и мы хотим вам сказать, ребята, все маленькие кости. Вы можете сейчас занимать самые удобные места. Представляете, сидячие места. Взрослые пусть стоят, а мы с вами посидим и посмотрим уникальное, красивое, мыльное шоу. А именно поэтому, дорогие друзья, мы приглашаем вас поближе к центру нашего зала. Давайте все приготовимся. И именно сейчас каждый из вас сможет на несколько минуточек поверить в настоящее волшебство. Великолепно. Итак, и каждый из нас знает, как нужно встречать сюрпризы. Абсолютно каждый. Встречать сюрпризы можно громко топая, можно громко хлопая, можно кричать, можно удивляться и так далее. Но сегодня мы с вами выберем только одно. Мы будем с вами дарить громкие аплодисменты, я хотел сказать. Поэтому, как только я досчитаю до трех, объявлю, так сказать, о сюрпризе, мы сможем с вами... начать громко аплодировать. А поэтому разогревайте скорее свои ладошечки. Разогревайте. А это взрослые уже разогрели ладошечки, я думаю. Посмотрите, наши герои уже готовы, а поэтому давайте мы сделаем обратный отчет все вместе. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Нет, стой, стоп. Хорошо, ладно, давайте. Что, 1, 2, 3 нужно посчитать? Ну, давайте попробуем посчитать 1, 2, 3. Нет, подожди, подожди. Взрослые не все ладошки разогрели. Горло не все разогрели. Поэтому мы ждем. Обязательно ждем. Разогрели ладошки. Все, разогрели ладошки. Все, все вообще на свете разогрели. Итак, ну что, теперь можем? Можем? Можем! Отлично, тогда... У вас пошел обратный отсчет. И... Три... Два... Один... Громкие аплодисменты! Thank you.
Да, потому что сейчас у нас будет еще одно важное событие, еще один сюрприз. Но для начала давайте подарим громкие аплодисменты нашим ангелочкам, которые показали нам невероятное волшебное шоу. Великолепно. А теперь гости, маленькие гости, друзья, мы предлагаем вам окунуться, рассмотреть, как же прошли эти 9 месяцев. Да, ведь сегодня, друзья, мы с вами узнаем, наконец-то, пол будущего ребенка Нюши и Игоря. Но давайте мы сейчас все вместе окунемся в эти крайние 9 месяцев, которые были... Может быть, они были тяжелые, может быть, они в каких-то моментах были яркие, может быть, в каких-то моментах они были, наоборот, крупные. В общем, давайте смотреть. Итак, уважаемые гости, друзья, если хотите поближе посмотреть, подходите, не стесняйтесь, и все внимание на экран. Смотрим. Чтобы они первые выложили, и чтобы нигде
мы первые, как бы, не осветили. Вы согласны? Поэтому мы с вами абсолютно все убираем телефоны, сделаем еще один приятный подарок Танюше и для Игоря. И поэтому, друзья, коробенька, извините, вставайте скорее. Друзья, пойдемте все поближе ко мне, смотрите, я вот жду всех здесь. Сейчас будет то самое нашего финала. Пойдемте все ко мне. Да, стручки можно убрать. И у нас сейчас эта зона становится плавной. А все гости отходят туда и наблюдают, что же у нас будет сейчас происходить. Наблюдают, кто же все-таки у Нюши в животе. Представляете, мы сейчас все вместе с вами это узнаем. Да. Нюшу и Игоря мы просим подойти сюда. Нюша, Игорь, проходите скорее. В нашей зоне. Какой-то ход? Великолепно. Итак. Дорогие друзья, сейчас мы еще максимально отойдем немного назад, найти побольше пространства. Пропустим наших виновников сегодняшнего торжества в центр зала, а сами сделаем несколько шагов назад. Да, давайте сделаем еще буквально три шага назад. Да, три шага назад, друзья, три шага, чтобы абсолютно всем было видно. Маленькие гости, мы вас тоже просим отойти назад. А сюда мы просим пригласить Игоря, Нюшу, Мирона, конечно же. И Симку. Отлично. Итак, ну что, сейчас у нас будет все на честности, поэтому мы просим вас закрыть глаза. Подождите, мы вас просим закрыть глаза. Закрыть глаза. О, давайте, гости, чтобы этот момент стал намного волшебнее, долгожданнее. Отлично. Друзья, просим вас смело выкладывать это в сеть. Дать возможность Нюше и Игорю первым выложить это в сеть, чтобы поздравления сначала посыпались им, а потом уже, конечно же, и вам. Итак, у нас наступает главный момент. Мы вам обязательно скажем, как можно будет возвращаться. Дорогие друзья, и давайте мы сейчас с вами все вместе по нашей команде громко посчитаем до трех и наконец-таки узнаем, кто же родился у Нюши и Игоря. Итак, друзья, хорошо, все снимают, но все не выкладывают, договорились? Договорились? Спасибо! Круто! Ой, ну все, ну что, все готовы? Итак, все вместе считаем до трех, поехали! Yeah.
Димон. Самого наилучшего.